Следующее у нас это что? Уджубу листиадати мин арбаин кабля дуа. Что является обязательным обращаться к Аллаху Субханаху ва Тааля за защитой от четырех вещей перед мольбами, произносимыми до приветствия. То есть, когда человек заканчивает ат-тахият, а затем, то есть, салам и так далее, обращается к Аллаху Субханаху ва Тааля в последнем ташахуде. С чем? То есть, с просьбой о защите от четырех вещей. От четырех вещей. Тамам. То есть, и шейх Аль-Альбани говорит, что это является обязательным. Иншалла Тааля, то есть, это мнение, то есть, не лишено силы, то есть, оно, Аллаху Алим, даже может быть ближе к истине нам. То есть, очень сильное мнение. Более того, что имам Шафии говорил, что тот, кто не произнес это дуа, то есть, он должен сделать два суджуда. Хорошо, должен сделать два суджуда. Аллаху Тааля. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربعة. То есть когда один из вас закончит последний ташахуд, пусть прибегает к Аллаху Субхану от четырех вещей. Я вам говорил в первом ташахуде, что дуа, если я не ошибаюсь, делается, то есть только после последнего ташахуда. Это не совсем правильно. Дуа делается просто обращение к Аллаху Субхану после первого и после последнего. Именно вот это дуа. То есть я, потому что первый раз, когда прочитал этот хадис, хорошо, то есть я говорил о себе, что делай в первом и во втором. Хорошо, то есть и первым, и вторым. Но когда пришла именно эта версия, то есть дополнительная версия, что именно в последнем ташахуде обращаются только, то есть с этими четырьмя вещами, то есть прибегают к Аллаху Субхану от этих четырех вещей. Хорошо, то есть так, это делается только в последнем. Тамам. Хорошо, то есть وكان صلى الله عليه وسلم يقول, то есть когда посланник алейхиссалям говорил: "Иза фарага ахадукум мин ат-ташахуди аль-ахир, фалистаиз биллахи мин арба". То есть когда человек закончит из вас последний ташахуд, пусть прибежит к Аллаху Субхану или же попросит у Аллаха Субхану убежище от четырех вещей. Якул, то есть должен он сказать: "Аллахумма инни аузу бика мин азаби джаханнам ва мин азаби аль-кабр ва мин фитнати аль-махья валь-мамат ва мин шарри фитнати аль-масих ад-даджал". Сумма яду ли нафси бима бадаля. То есть пусть он скажет: «О Аллах, я прибегаю к тебе, то есть за защитой твоей от наказания ада, от наказания могилы, также то есть от смуты, то есть как на, то есть это, как в жизни, так и при смерти, и то есть от зла смуты даджаля, хорошо, от зла смуты даджаля, затем уже может просить для себя все, что пожелает. То есть сначала обращается с этим, и затем после этого добавляет любые другие мольбы, которые пожелает, о которых мы говорили. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو به في تشهده. То есть посланник алейхиссалату вассалям таким образом обращался в своих ташахудах, وكان يعلمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلمهم سورة من القرآن, и также обучал этому своих сподвижников, подобно тому, как он обучал их суре из сур Корана.